Сегодня в составе Кабинета министров Чувашии появился третий вице-премьер. На эту должность назначен руководитель администрации главы республики Юрий Васильев. Глава Чувашии подписал указ, руководствуясь региональной конституцией. В правительстве республики вновь назначенный вице-премьер будет выстраивать эффективное взаимодействие с правоохранительными структурами и органами местного самоуправления. Михаил Игнатьев отметил, что несмотря на потенциальные угрозы со стороны экстремистских организаций, в Чувашии должна быть сохранена стабильная обстановка. Еще одна задача заместителя председателя Кабинета министров – пресечение коррупционных преступлений в регионе. И касаясь национального плана противодействия коррупции, мы эффективно работаем. Михаил Григорьевич, полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, определил нашу Чувашскую республику пилотным регионом. Вы недавно ездили, докладывали. И с учетом того, что на самом деле мы эффективно работаем, преступления, правонарушения выявляются. Многое сделали, но есть еще вопросы с учетом данных, вводных президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, с учетом поставленных задач перед руководителями регионов Российской Федерации, мы должны здесь эффективно действовать. И те задачи, которые возложены были на руководителя администрации главы, мы старались выполнять честно, с достоинством, но с учетом той дополнительной нагрузки, которую сегодня вы определили, и по контрольно-зонной деятельности, и по вопросам правопорядка, по взаимодействию с правоохранительными органами, отдельные направления – это по противодействию коррупции, ну, дополнительно налагает на нас дополнительные задачи. Я думаю, с той командой, которой мы сегодня работаем, мы с этими задачами справимся.